И снова здравствуйте, это Укра Лайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». С нами на связи Павел Лакичук, известный военный эксперт. Мы очень рады его видеть. Павел, здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Павел, если позволите, давайте начнем, наверное, с традиционного вопроса, что происходит у нас на фронтах. Потому что много говорится и о том, что на Донбассе сложно, и о том, что в Беларуси какие-то там подвижки есть, и что-то на Луганском направлении происходит. Поэтому, если можно, с какой-то такой общей картины. Ну, давайте, наверное, Донбасс объединим с Луганщиной. Это сейчас основной такой... Основное направление, где происходят боестолкновения, где, возможно, решается судьба дальнейших контрнаступательных операций нашей и, возможно, что планирует противник. С виду серьезных изменений на этой линии от Кременной, Бахмут, Авдеевка, Угледар на карте так сильно и не видно. Но на самом деле там идут очень жесткие бои, очень тяжелые бои, учитывая еще и погодные условия сейчас. Это чрезвычайно сложно. Наши воины держатся. И судя по тому, что мы видим за последние буквально дни, то на юге Угледар, Авдеевка противник значительно ослабил, противник относительно ослабил натиск. В районе Бахмута наши воины, это самая горячая, наверное, точка последний месяц, там сплошная мясорубка. И в последние дни недели наши воины выбили вагнеровцев из города и отодвинули на достаточное расстояние на юге и на северо-востоке от Бахмута, что, в принципе, возможно, даст возможность закрепиться и приостановить эту сплошную навалу врага. Не менее интересная ситуация и чуть севернее, в районе Кременной. И мы там тоже ждем хороших новостей, так скажем. Что касается других направлений, ну, на юге преимущественно наши воины, наши войска действуют огневым воздействием на базы, на группировки противника. Хорошие были новости по пунктам управления, причем несколько пунктов управления это не оперативного уровня, а стратегического. Это уровень бригады и армии даже, что не может не радовать. Потихоньку подбираемся к Крымским перешейкам. Вот. Потихонечку к Крыму перебираемся. Рано говорить о подготовке операции по освобождению Крыма, но в перспективе мы когда-то это еще услышим. Тем не менее, противник пытается тоже концентрировать на этом участке силы. Есть определенное движение в направлении на Запорожье, поэтому там возможны контрудар или контратаки по мере похолодания, по мере промерзания земли. Что касается пресловутого удара с Беларуси, о нем очень много говорят, но пока формирование группировок сил в Беларуси, направленных на Украину, не осуществляется, не видно вот именно группировок, достаточных для проведения, ну, так скажем, операций хотя бы оперативного уровня. Тем не менее, все возможно. И об этом говорят наши генералы, генерал Наев и Сырский, ну и Залужный, собственно, сам предупреждает о возможности нападения с Беларуси. Но это вопрос не сегодняшнего дня. За движением на белорусском направлении
внимательно следят наши военные. И в случае попыток втягивания Беларуси в войну на земле, непосредственно участие в этой войне, я думаю, что белорусам не поздоровится. Я бы не советовал им участвовать в этой авантюре. Ну, так, в общем, основные направления ясны. Ну, остается только, можно еще сказать, о Харьковском, Сумском, Черниговском. Это вот пример того, что даже когда мы освободим свою территорию, война, по сути, не закончится. Мы давно выгнали врага на границы на северо-востоке. Тем не менее, боестолкновения там продолжаются. Противник наносит артиллерийские удары регулярно, иногда с реактивных систем залпового огня. Вот вам и выход на государственную границу. То есть это такая демонстрация того, что будет для тех, кто считает, что достаточно только вытолкать русских до наших границ, а там сразу настанет мир. Но, к сожалению, так не будет. Павел, позвольте тогда перейти к некоторым вопросам, которые я тут для вас специально подготовила, да? «Вашингтон-Пост» написал большую статью, которая посвящена преимуществу Украины в конфликте с Россией. И Дэвид Игнатиус, это корреспондент «Вашингтон-Пост», пишет, что... я вот специально зачитаю, просто очень интересно, как бы вы это прокомментировали. «Преимущество Украины в конфликте с Россией во многом основывается на применении передовых технологических разработок, ведущим поставкам которых выступает американская компания «Палантир». «Вашингтон-Пост» отмечает, что вооруженные силы Украины применяют самые передовые технологии разведки и стратегического моделирования, которые когда-либо использовались при ведении боевых действий. По мнению журналиста, революционные разработки изменили расстановку сил с преимуществом на стороне Украины и практически лишили Россию шансов на завершение конфликта в свою пользу. Мощь продвинутых алгоритмических боевых систем настолько велика, что преимущество, которое она дает, можно сравнить с преимуществом тактического ядерного оружия над конвенциональным, отмечает в комментарии изданию директор компании-разработчика, поставляемого Украине программного обеспечения «Палантир» Алекс Карп. Некоторые из технологий, о чем тоже пишет «Вашингтон-Пост», некоторые из технологий, определяющие исход сражения, украинцы разработали самостоятельно. Например, программу «Дельта», меняющую карту местности, где ведется бой в режиме реального времени, по мнению корреспондента, именно способность благодаря полученным данным адаптироваться под ситуацию стала для ВСУ фактором X, который позволяет уже много месяцев противостоять вторжению. Просто мы вот очень мало говорим о таких вещах, и я подумала, может быть, имеет смысл об этом тоже вспомнить, раз уж «Вашингтон-Пост» об этом написал. Безусловно, отчасти они правы. Победа, преимущество военное, оно базируется на трех китах. Это мужество и готовность личного состава. Это, наверное, самый главный, самый важный элемент оружия, которым уничтожают противника и которым защищаемся. И система управления. Система управления – вот это то золотое звено, которое связывает это все в единое целое. И есть система управления, есть взаимодействие, есть координация. В войсках, значит, вы едины. Если у вас нет связи и управления, то фактически вы слепые котята, которых враг разгромит. И украинские вооруженные силы знают это, и разработка боевых информационных систем стратегического и тактического звена велась еще после 2014 года, ну, то есть у нас были и до 2014 года ряд, так скажем, наработок в этом плане, но они
были так поколением младше, ну, с точки зрения современного ведения боевых действий, это уже древняя очень система. Ну вот с 2014 года мы активно работали над автоматизированными системами управления войсками. В 2020 году было проведено стратегическое командно-штабное учение «Казацкая сила», на которых апробировалась АСУ Збройных сил Украины. Ну, в принципе, там были недоработки. Тем не менее, система пошла, и ну, в нынешний конфликт мы вошли, в принципе, с нормальной системой управления войсками. Параллельно идет работа, проводилась и проводится работа. Она это непрерывный процесс по усовершенствованию автоматизированных систем управления войсками тактического звена. Это, в общем, позволяет командирам взвода выше иметь общую ситуационную обстановку, владеть ситуационной обстановкой, вносить в нее свои коррективы, грубо говоря, управлять боем, запрашивать поддержку непосредственно вот младших командиров. Это очень важно. И на одних участках у нас это продвинулось очень хорошо и очень эффективно. На других, к сожалению, пока у нас есть слабые места, недоработки. Ну, к сожалению, такова реальность. И я надеюсь, что в ходе боевых действий со временем и за счет помощи наших партнеров и союзников, и работы, опять же, наших специалистов АСУ и связи, которые постоянно совершенствуют, досконаливают эту систему, мы и так превосходим противника, но достигнем того уровня, который необходим для минимизации потерь в войсках. Кстати, враг тоже не дураки, и они, по крайней мере, с 2010 года разрабатывали собственную автоматизированную АСУ-ТЗ, автоматизированная система тактического звена, пытались ее внедрять в войска. Она имела ряд недостатков, что определяется преимущественно технической базой. И я надеюсь, я сейчас не владею точной информацией, но я надеюсь, в режиме эмбарго, который наши западные партнеры установили для России, тех ограничений, они не смогли усовершенствовать эту систему. Так было бы хорошо. Но надо рассчитывать на то, что противник тоже систему управления совершенствует, и она будет улучшаться. Ну, таким образом он будет становиться сильнее. Враг тоже учится с каждым боем, с каждой битвой, с каждым днем войны. Это надо учитывать. Павел, вот есть у нас такая традиция в декабре всегда думать и говорить о том, каким может быть следующий год. Я понимаю, что для военных экспертов ну, это может быть такая дорога по очень скользкому льду или по тонкому льду, я бы так сказала, да? Но в любом случае я вот не буду просить вас делать прогнозы, но, может быть, поговорить о некоторых факторах, которые будут важны в войне России против Украины, с вашей точки зрения, в следующем году. Почему я об этом спрашиваю? Потому что вот я готовилась, когда к интервью с вами, я почитала вот заявления очень разных и наших высокопоставленных, и силовиков, да, и, конечно, вот британскую разведку почитала, немецкую разведку почитала. И создается у меня такое впечатление,
что каждый по-разному оценивает, что может происходить. Я просто сейчас вот набросаю, да, то, что я нашим зрителям расскажу. Мне просто очень интересно услышать ваше мнение о вот каких-то ключевых факторах. Вот, например, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что коренного изменения на фронте со стороны России в ближайшее время не ожидается, что Россия в глухом угле. А вот секретарь РНБО господин Данилов сказал, что Россия продолжит наступать, и ближайшие 3 месяца будут решающими. То есть как бы вот вроде это же наши силовики, и они как бы в одной лодке, но мнения у них разные. Что говорит немецкая разведка, да, об этом тоже все сегодня писали, что возможно... В апреле 2023 года Россия может начать наступление. И первый сценарий – это попытка полностью захватить Донбасс, а режим Лукашенко в Беларуси разместит на границе с Украиной десятки тысяч в кавычках солдат, чтобы отвлечь внимание защитников. Второй сценарий, который называют немецкие разведчики, это когда военный режим Лукашенко вступит в войну, и белорусская армия начнет наступление с севера, а российские оккупанты будут продвигаться с Донбасса. И в этом смысле стране-террористу понадобится всеобщая мобилизация. И также немцы утверждают, что оккупанты хотят дойти до польской границы в надежде на то, что они смогут прекратить или перерезать поставку оружия в Украину. Ну, я просто напомню нашим зрителям, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный ранее говорил, что Россия может пойти новое наступление в феврале. И Американский институт изучения войны сказал, что российские военные могут возобновить попытки наступательных операций на 2 основных направлениях на южном, на юге и на востоке, и вдоль границы Харьковской, Луганской областей или Донецких областей. В общем, сколько людей, сколько изданий, сколько экспертов, столько и мнений. Поэтому, если можно, очень хотелось бы просто послушать вот ваш анализ и ваши ожидания. Ну, первое, это то, что много различных источников, и каждый источник говорит о разных аспектах этой битвы, этой войны. Одни говорят о тактических перспективах, другие об оперативном уровне. Третье, стратегическое. Например, когда говорят, что россияне в ближайшие месяцы не будут сбавлять ударную свою потугу на востоке, то это действительно так. И вопрос состоит в том, что наша задача как раз ее сдержать, не дать им вырваться на оперативный простор. Ну, потому что если враг прорвет нашу оборону и выйдет на оперативный простор на Донбассе, то дальше развиваться события будут несколько в другом ключе. Наша задача, задача нашего командования, и они с ней успешно справляются, не только командование, в первую очередь, справляются наши воины, наши бойцы, это вот удержать эту линию обороны, и они уже держат ее 6 месяцев. Другой уровень, стратегический, говорит о том, что да, в ближайшие месяцы вот происходит жесткое столкновение. Стороны подкидывают резервы на линию соприкосновения, но одновременно происходит очевидное накопление стратегических резервов в тылу. И потому что мы видим, как готовятся россияне, то, в принципе, и эксперты, и военные чиновники, опираясь на свою оперативную информацию, они видят, что где-то, если пойдет такими темпами, то к февралю-марту противник сформирует достаточно большую группировку сил, которую может задействовать как стратегические резервы для прорывов, для проведения контрнаступательной операции. Где она будет происходить, с какого направления, с
судить сейчас весьма сложно. Повторюсь, в Беларуси группировки сил мы не наблюдаем формирование. Вот, и еще Путин не доломал Лукашенко на прямую непосредственное участие в войне. Ну, не знаю, что там будет 25-27 числа в Санкт-Петербурге, где, видимо, Лукашенко опять будут возить носом по столу, пытаясь его изнасиловать. Не знаю, чем все это завершится. Опять же, события на Востоке. Пока наши войска держат оборону стойко и, более того, имеют определенные успехи, тактические успехи на этом направлении, на текущий момент ничего не свидетельствует о том, что враг может прорвать здесь нашу оборону и развить наступление с этого направления. Поэтому направления ударов, какие будут, которые будет пытаться реализовать противник к концу зимы, началу весны, и точные сроки, там до недели, месяца, говорить нет смысла. Поэтому такие расплывчатые утверждения, несколько отличные друг от друга у немецкой разведки, у британской разведки, у украинской разведки. Разведка апеллирует разведывательными признаками, они предсказывают будущее. Я бы обратил все-таки в первую очередь внимание на статью Залужного, вот, в которой в той части, которая адресована нашему обществу, он очевидно заявляет, что враг готовится к контрнаступлению весной, но для того, чтобы этого не произошло, нужно сломать его планы. Во-первых, не дать ему перехватить стратегическую инициативу, которая сейчас находится в руках наших вооруженных сил, нашего генерального штаба. Он диктует характер боевых действий на театре. И, возможно, в этот промежуток до того, когда противник накопит максимальные силы для контрудара, контрнаступления, провести ряд наступательных операций, которые вообще сломают весь его замысел. Да, для этого, к этому мы готовимся, и нам, да, для этого не нужно оружие от наших партнеров. И мы надеемся его получить. Получим мы или не получим, в каких количествах, мы не знаем сейчас, но несмотря ни на что, генеральный штаб, вооруженные силы Украины будут проводить ту линию, которую они направлены. И наша задача — освобождение нашей страны. Но а не отбивать врага на рубеже где-то во Львове. Да. Давайте будем оптимистами и ждать в следующем году освобождения украинской земли от оккупанта. Павел, как вы оцениваете новый пакет помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, пакет помощи, который был провозглашен практически во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, и вот так называемые, так долго ожидаемые системы Patriot. Я так понимаю, что одну только мы получим батарею, да, если правильно сказать. И я просто читала, что некоторые американские издания, вот они тоже разделились по тому, как долго нужно тренироваться украинским военным. Некоторые писали, что несколько месяцев, а некоторые сказали, что несколько недель. Вот несколько недель мне нравится больше. Поэтому вот поможет ли нам действительно эта система Patriot, почему она такая долгожданная, эта система, и что такое одна батарея? Как по мне, так батареи надо 20. Ну, ладно, хотелось бы 100, но хотя бы 20. Но одна вообще непонятно, что она может сделать, поэтому вот тоже вопрос. Ну, вы абсолютно правильно, кстати, считаете. Спасибо.
Ну, сам пакет в целом ожидаемый. Видимо, наработки по этому очередному пакету были не спонтанные, а заранее спланированные, и никаких сенсаций не произошло, кроме патриотов, естественно. Вот, и они, в принципе, так, если посмотреть, это два основных направления. Это тяжелая артиллерия для наших войск, это боеприпасы для продолжения нанесения ударов по противнику, легкая бронетехника для наступающих войск, тяжелой бронетехники нам американцы не дают пока, но до этого еще дожить надо. Вот. И пока будем рассчитывать на то, что в Парамштайне нам должно прийти в ближайшие месяцы от партнеров. Там целый ряд есть хороших наработок. Есть хорошие наработки. Сейчас реализация. Есть хорошие. Что касается патриотов, да, действительно, это правильно. Суть поставки американцам батареи Патриот – это не количественные даже показатели, потому что количественные, я вот часто привожу пример, швейцарцы заказали себе комплексы Патриот, они заказали 5 батарей, вот, 4 из них будут на боевом дежурстве, а 5-я резервная и учебно-боевая. Так вот, эти 4 батареи будут выполнять примерно 25% функций от закрытия швейцарского неба. Остальные 75% будут возложены на авиацию. Вот какая Швейцария, какая Украина. Сколько батарей нам нужно, при том, что авиации нам пока не дают. Значительно больше батарей этого комплекса нужны Украине. Наверное, во всем мире вряд ли найдется такую, мы сможем найти такую страну, которая смогла бы обеспечить закрытие неба Украины вот единым комплексом. А вот американская поставка – это пересечение красной линии, открытие замка. Там, вспомните, после падение украинской зенитной ракеты на территорию Польши, немцы предложили полякам поставить на их восточной границе немецкий комплекс «Патриот» для защиты от возможных воздушных атак. Поляки сказали: дорогие товарищи немцы, самый оптимальный вариант этот «Патриот» поставить на восток от границы Польши, на территории Украины, чтобы те дроны, ракеты и самолеты, которые, возможно, будут лететь и которые смогут попасть на территорию Польши, уничтожались загодя над территорией Украины. Абсолютно логичное предложение. Его поддержали и министр обороны, и премьер-министр, и польские военные. Ну, немцы, основной аргумент немцев был таков, что Патриот – это система, на поставки которых необходимо согласие союзников. Столтенберг сразу сказал, что НАТО тут, в общем, ни при чем. Это ваше личное дело, но если комплекс американского производства, вы должны посоветоваться с американцами. И американцы первыми поставили комплекс «Патриот». Теперь после них для всех остальных поставщиков шлюзы открыты. Да, те же немцы никогда больше не смогут сказать, что мы не будем поставлять Украине «Патриот», потому что американцы не поставляют. Как они сейчас говорят, например, с танками. Мы не поставляем Украине танки, потому что пусть американцы первые поставят, тогда будем и мы поставлять. «Патриот» уже есть. Первый Патриот. Да, это одна батарея. Еще неизвестно, причем какого состава.
Ну, минимум А чем это... они там различаются? Там есть какие-то ключевые различия между разными видами? Во-первых, по количеству пусковых установок, боевых машин. То есть на одну батарею одна радиолокационная станция, один комплекс управления и различное количество боевых машин. И основное отличие – это у каждой, на каждой боевой машине там 4 пусковых установки, которые могут заряжаться различными видами противоракет. Для аэродинамических целей, для самолетов, беспилотников используется один вид ракет. Для баллистических целей используется другой вид противоракет. Вот, и ну, в зависимости от того, для каких целей, для уничтожения каких целей предназначен комплекс, может быть такой различный пакет. Ну, судя по всему, в Украине, я так предполагаю, будет третий пакет предложен. Это такой микс, грубо говоря, когда три пусковых на аэродинамические цели и из одной там вкладываешь для баллистических целей. Ну, как будет в реальности, сложно сказать. Главное, еще раз повторюсь, тут неважно даже сколько будет боевых машин, там будет 3 или 12, да? Чтобы, конечно, лучше 12. Что было бы, конечно, лучше, да? Вот. Но главный фактор – это вот гребли рути, как кажется. Вот. Это очередное табу для Украины, которое нам 8 месяцев, да, наверное, с марта или с апреля, с марта мы просили, дайте Патриот. Зеленский слезами плакал, просил наших партнеров, все говорили, не, это табу, оказывается, не табу. Я надеюсь, что не табу будет и с другими видами оружия. К сожалению, у нас есть после поездки последней президента, и где мы не додавили, где мы не смогли добиться прорыва, это и ракеты с дальностью более 300 километров для «Хаймарсов», пока американцы непреклонны в этом вопросе. Ну и там по танкам тоже вопрос, ну там более сложный и комплексный на самом деле. Ну я думаю, что он находится в состоянии приближения к решению. Интересная история по поводу Ирана. Да? Вот самое удивительное, что Иран сегодня заявил, что вот то, что рассказывают о том, что они передают вот эти беспилотники, это признание их технологического прорыва в производстве беспилотников. Еще этого не хватало, да, таких заявлений. Я не знаю, как там на Западе это восприняли, но вот такие заявления прозвучали. Да? И что на самом деле появилась информация, что Иран получит российские истребители Су-35, которые являются глубокой модернизацией советского Су-27, и будет передано 24 машины, и взамен, значит, Россия получит 1700 дронов «Камикадзе» «Шахет», 131 «Шахет», 136, и из них 540 уже использовано. То есть, получается, еще остается, грубо говоря, где-то 1200. Вот эту информацию опубликовали западные разведки и опубликовали израильские средства массовой информации. То есть получается, что у России, я так понимаю, самолетов полно, раз она их раздает налево и направо. Ну, не то чтобы полно. Но в данном случае, еще раз, это сообщили об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на западные спецслужбы, не уточняя, от кого получена информация, поэтому 100% вероятность, точность этой информации никто не гарантирует, но она весьма близка к действительности, потому что и западные спецслужбы, и в принципе даже на уровне экспертного сообщества говорили о том, что
не просто так иранцы поставляют шахеды россиянам, и, возможно, поставки самолетов – это не самое важное, не самое серьезная составляющая этой сделки. Вы говорите о ядерных разработках, ядерных технологиях? Я представляю, по крайней мере, многие специалисты по ирано-российским отношениям как минимум не исключают такого развития событий. Причем они опираются уже на некоторое продвижение в иранской ядерной программе, которые состоялись за эти месяцы. И по их мнению, без российских технологий это было бы невозможно. Ну, насколько это правда, насколько нет, я не специалист. Что касается этих самолетов, ну, это количество коррелирует с тем количеством, которое россияне до войны готовились для предоставления Египту. Должна была с Египтом быть вот сделка на такое достаточно большое количество самолетов. Американцы придавили эту африканскую страну немножко, предложили им не участвовать, так скажем, в такой обрубке. И после отказа россияне давно искали покупателя, по крайней мере, завод-производитель, концерн Сухого, искал покупателя на эти самолеты. Ну и вот, видимо, нашлось такое политико-бизнесовое решение. Я не думаю, что бизнес-составляющая там играла какую-то ключевую роль. Это политическое решение России. Су-35, да, это тяжелые фронтовые истребители, которые способны наносить удары как по воздушным целям, так и наземным целям на достаточно большом расстоянии. У иранцев только старые танкеты есть, американские, такого класса, и неизвестно, в каком они техническом состоянии. Поэтому Израиль, в частности, был довольно-таки спокоен. Теперь, я думаю, израильтянам стоит напрячься. Но они, в принципе, уже напряглись. Что касается шахедов, ну, то, что иранский генерал заявил о технологическом превосходстве Ирана, ну, это заявление заявлениями. То, что эти герани, так называемые, это иранские шахеды, знали все, знали не только западные спецслужбы, в Украине разбирали эти дроны, и, ну, тут шило в мешке не утаишь. И примерное количество также, я так и оценивалось, этих поставляемых дронов. Вопрос состоит в том, какими партиями, с какими интервалами они будут поступать и будут ли они модернизироваться. Потому что в нескольких налетах применялись какие-то шахеды с определенными изменениями, видимо. То ли двигателей, то ли в том числе покрытий самих беспилотников. И вот это вот серьезно. Если они еще будут модернизироваться по ходу этих поставок, это более серьезная угроза, потому что мы учимся сбивать один тип оружия, по мере их изменений приходится подстраиваться под новую тактику, находить новые способы борьбы, а пока ищешь, ну, они приносят много вреда. Павел, считаете ли вы, как эксперт по вопросам безопасности, что в следующем году может сформироваться крепкая ось, которая будет выглядеть следующим образом: Россия, Иран,
Северная Корея и Китай. Китай намеренно поставила последний, потому что Китай под вопросом. Просто вспоминаются ряд совместных учений, которые проводились за последний год, совместных Китая и России. И вот я хочу сказать, что министр иностранных дел Китая заявил, что Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией в следующем году. Об этом Associated Press сообщила, и стало известно, что на прошлой неделе военные корабли двух стран провели совместные военно-морские учения в Восточно-Китайском море. Вот насколько вы считаете, что здесь может сформироваться такая ось, и насколько она уже сформирована, насколько Китай может быть заинтересован так или иначе в подключении, я бы так сказала, да, к войне России против Украины. И в этом смысле, насколько наши западные партнеры оценивают адекватно угрозы, которые могут здесь появиться или уже появились? Беларусь вы специально не называли. Беларусь уже считается в России. Ну, правильно, давайте добавим Беларусь, я согласна. Просто Беларусь уже, да, они там просто поселились, может, эти россияне. Может, она еще до следующего года продержится, да? Ну да, ну да. Ну, я бы не называл это вот полноценной осью. Там Москва, Пекин, Тегеран. Потому что здесь нет равноправных отношений на самом деле. Китай ведет... Москва, Пхеньян, Москва, Пекин – три разных направления, так как и Пекин, Пхеньян, Пекин, Москва, Пекин, Тегеран. Это разные направления отношений, которые, пожалуй, Пекин руку на пульсе держит все. При том, что китайцы говорят, что они занимают нейтральную позицию. Вот, но нейтральность этой позиции заключается примерно в том, что нехорошо мешать России раздавить Украину. Отличная нейтральная позиция. Да, не вмешивайтесь, не мешайте. Не мешайте этому процессу, пусть Россия сама со своим соседом. Но при этом, на самом деле, китайцы, они уже, знаете, есть такая мушка одна, я уже не помню, как она называется, она питается огненными муравьями. Она подкладывает личинку в его грудь, и эта личинка управляет муравьем, который бегает еще, кусается там. Вот, а потом съедает, отваливается у него голова, и оттуда вылазит эта муха. Вот мне Китай сейчас напоминает вот эту муху, которая в теле России развивается. Я не знаю, она в груди еще или уже перелезла в голову, но уже к голове очень близко подобралась. Если смотреть на мир с глазами китайцев, то, собственно, они... сейчас пытаются опосредованно уничтожить своего северного, вот этот, этого северного муравья, который их законная жертва, они считают так, и одновременно максимально ослабить Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, в поддержке демократии. Россия уже списана китайцами за 5 месяцев, буквально списана из многополярного мира. Если китайцы говорили еще перед российским вторжением о их приверженности многополярному миру, то сейчас они говорят о двуполярном мире, да? В котором явно полюсами являются не Россия и Тегеран. Две страны. Это позиция Китая. При этом
у Китая свои интересы в Иране. Я не буду углубляться в то, какие интересы в Пхеньяне и в Иране. У китайцев много, факт остается фактом, в принципе. И нелегальная торговля оружием, все поставки и в обе страны они происходят либо через Китай, либо с ведома Китая. Это Пекин. Что касается Москвы, тут тоже отношения с Китаем – это одно. Их задача, как это сказать, не дать Китаю запретить им действовать. Они понимают, что Китай уже не просто ключевой партнер, а суверен. И если Китай скажет Москве прекратить войну, то Москва вынуждена будет ее прекратить. Поэтому единственная задача в отношениях с Китаем, задача номер один, доказать Китаю, что Россия может победить Украину. При этом тот ущерб, который в результате этого имеет сейчас Китай, он не будет еще больше, значительно увеличиваться. Отношения с Ираном, ну, это вот как Москва, Иран. Это, как говорится, ну, открылись шлюзы наконец-то между двумя изгоями. Кроме того, что идет активное военно-техническое сотрудничество между двумя странами, они сейчас строят целый ряд экономических проектов, в том числе Великий Китайский путь только поперек. Вот. Российско-иранский путь север-восток, ну, в него будут вложены миллиарды денег. Я не знаю, окупаемость его, насколько она будет реализуема, 500 или 1000 лет. Ну, в принципе, воровать любят и там, и там. Что касается третьего партнера, к счастью, возможности Пхеньяна очень ограничены. И даже если бы Ким хотел, Ким Чен Ын, то оказать помощь России боевыми средствами, хотя они боеприпасы уже поставляют и снаряжение поставляют в Россию, но это приходится делать так очень тайно. Потому что им и так не весело, если их уличат в поддержке России, то в этой стране будет еще тяжелее. Поэтому все четыре – это не ось, это вот такая клоака, кубло. Какое хорошее емкое слово. Павел, мне приходилось не раз слышать за последние дни, что Россия, в отличие от февраля, готовится к тотальной войне. И что, в отличие от предыдущего раза, первого наступления, там, когда было наступление на Киев, она готовится серьезно. Исходя из всех тех шишек и ошибок, да, которые она изучила, и шишек, которых она набила. И в этом смысле увеличение числа армии до 1,5 миллионов. Я не знаю, насколько это важно. Я так понимаю, что там же есть какие-то часть сухопутных сил, часть каких-то других. Вот интересно, да, как вы вот это оцениваете. В этом смысле увеличение армии. В этом смысле увеличение бюджета военного на следующий год. В этом смысле мобилизация, которая там сплошь и рядом идет. Вот насколько вы считаете, действительно Россия в состоянии собрать большую армию? Насколько она сможет профессионально и с огромным количеством оружия воевать к весне? Потому что... Вот у меня было интервью с Гленом Граном, и он сказал вот еще месяц назад, что Украина не должна
Украина должна идти в наступление зимой, чтобы ни в коем случае не позволить России подготовиться к весне, что тогда у Украины будет проблема, потому что тогда Россия пойдет в наступление. Исходя из того, что сейчас происходит, непонятно, как будут развиваться события на фронте, но насколько Россия действительно, с вашей точки зрения, может быть готовой к весне, и можно ли как-то это предотвратить, осознают ли это наши союзники, да, вот как вы это оцениваете? Ну, что касается вот этого совещания и заявления Шойгу об увеличении численности вооруженных сил Российской Федерации, тут нужно понимать несколько аспектов. Первое, что то увеличение до 1,5 миллионов, это он говорил о штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Есть списочная численность, грубо говоря, это вся совокупность военнослужащие, которые в армии, флоте, авиации. А есть штатная численность, это те клеточки, должности, которые предусматривают, что они будут заняты людьми, да, грубо говоря. И вот когда он говорит о 1,5-миллионной армии, это увеличение штатной численности. То есть создаются новые рабочие места, грубо говоря, в вооруженных силах Российской Федерации, которые кем-то должны быть заполнены. Знаете, этот террорист Гиркин, я его иногда слушаю даже, вот интересно, он критикует там свои российские власти, и он сказал, что, речь шла вот в продолжении этой заявки Шойгу о формировании двух военных округов на границе с Финляндией на севере вместо центрального западного военного округа. Там будет Ленинградский, Московский, якобы направленные против Финляндии, которая вступила, и Швеции, которые вступили в Североатлантический альянс. А на юге у нас они обещают сформировать две дивизии. Две дивизии в Украине, на Запорожье и Херсонщине, если не ошибаюсь. Это, конечно, они круто завернули, пусть попробуют. И вообще сформировать и укомплектовать такие соединения в наше время, не перед войной, как там в прошлом году или позапрошлом году, может, такие планы были вполне реализуемы. А вот сейчас, когда регулярно идет постоянный поток гробов в Россию, и когда они могут быть укомплектованы, те подразделения, которые уже сейчас существует. Это вопрос весьма риторический. Так вот, Гиркин говорит о том, что проще бы они просто переименовали там разбитую бригаду, разбитую дивизию. Какая разница? Штатная численность та же. Поэтому я с большим скепсисом рассматриваю эти грандиозные планы Шойгу. Тем не менее, процесс восстановления вооруженных сил у них не прекращается, он постоянно происходит. Если бы мы воевали с тем комплектом, который у противника был весной, то, в общем-то, российская армия уже давно закончилась. Тем не менее, с одной стороны, идет формирование мобилизационных резервов российской армии, параллельно создается частная армия Пригожина, которая набирает силу. Это отдельная история. Уже там 2 или 3 вместе с ДНРовскими этими народными полицией, или как там она у них называется, почти независимых друг от друга силы ведут с нами борьбу. И у каждого из них свои перспективы. И
есть перспективы наращивания потенциала. Поэтому действительно Глен Грант абсолютно прав. Ну и Залужный, опять же, возвращаемся к тому же, может, не месяц назад, но уже 2 недели назад, как сказал, что единственный способ пресечь накопление вот этих возможностей, спроможностей российской армии, это их уничтожать сейчас. Не дать, вот чем больше мы будем сейчас их кошмарить, чем больше будем проводить наступательных операций, чем больше будем, чем активнее будем вести оборону, тем меньше у них будет возможностей для создания этих стратегических резервов для возможного широкомасштабного наступления. Павел, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время. Мы вам очень за это благодарны. Всего доброго. Спасибо. Дай Бог спокойного, мирного неба. Да, нам всем спасибо большое. Павел Акичук был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ.